Эта пряжа, благодаря своему названию, ассоциируется у меня с Парижем. Праздная страна со смешением культур, такая же яркая, необычная и при этом очень романтичная. Сегодня мы с вами поговорим о пряже Лувр от Кати Концепт. Меня зовут Женя, я продавец-консультант магазина пряжи Айнитки. Метраж у этой пряжи 165 метров на 50 грамм. И стоимость такого мотка 525 рублей. У нас представлено три цвета. Первый цвет – это 82. Елисейские поля. Природное сочетание зеленого и розового напоминает нам луговые цветы. Цвет номер 83. Лазурный берег Ниц. Сочетание синего, зеленого, бирюзы с искорками солнечных лучей. Цвет номер 87. Это фейерверк. Буйство красок в одном мотке. Желтый, зеленый, розовый. Дарит нам волшебное настроение в ожидании чуда. Давайте поговорим про инструменты, какие же подойдут. Я бы вам посоветовала спицы от 2,5 до 3. Я выбрала спицы Джинджер на 80 сантиметров. Прекрасные, гладкие спицы с закругленным кончиком, с которым будет комфортно работать. Стоимость таких спиц 690 рублей. Также можно эту пряжу вязать крючком. Я бы посоветовала крючок двухсторонний, тюлеп, у которого один размер 2,2, а другой размер 3. Это очень удобно иметь такой двухсторонний крючок в арсенале. Полотно из этой пряжи будет прекрасно смотреться как в лицевой глади, так и в ажурах, связанные крючком либо спицами. А разнообразие оттенков в одном мотке поможет создать вам такой запоминающийся яркий проект. Ну и спросите вы меня, сколько же понадобится вам на изделие мотков. На плечевое изделие размера 44-46 в среднем понадобится 8 мотков с длинным рукавом, а на размер 46-48 понадобится от 10 мотков. А также мы предлагаем нашу новую пряжу сочетать с пряжей Парайса, обзор на которую вы можете увидеть сейчас по подсказке. Этот моток номер 54 у нас прекрасно сочетается с цветом 82. Посмотрите, это прекрасные нежные розовые оттенки между собой будут сочетаться, и вы можете дополнительно подчеркнуть полосы, выразительность их. Второй оттенок номер 82 в зеленой гамме будет прекрасно смотреться в сочетании с цветом 83. И самый яркий у нас буйный цвет, фейерверк, он будет сочетаться с цветом 86. Посмотрите, как будет это замечательно выглядеть в одном полотне. Я хочу вам показать три удачные, прекрасные модели в нашем журнале «Концепт by Катя» номер 14. Один из первых – это палантин, ажурный палантин, связанный крючком. Он очень стильный, прям такой весь выразительный. Посмотрите, его можно носить как палантин поверх плеч, также его можно повязать на бедра. Это тоже будет очень классно смотреться, особенно на пляже. На такое изделие нам понадобится 6 мотков. Второе изделие – это свободная летняя футболка. Посмотрите, какая у нее удлиненная регланная линия, она еще ажурная. Прекрасно, вот такая модель будет смотреться как на размере S, так и на размере L. Она, благодаря своей свободе облегания, будет очень клево подчеркивать фигуру. И на такое изделие нам понадобится от 6 мотков. И очень объемный такой вот пуловер, летний, весь такой дышащий, с широким рукавом, он еще так заканчивается очень резко, рукав фонарик. Связан он из пряжи Бербер, но он также будет прекрасно смотреться из пряжи Лувр. Будут выразительные полосы читаться на таком изделии, и нам понадобится от 10 мотков на свободное изделие. Мы с вами рассмотрели новинку нашего магазина пряжи Лувре. Обязательно ставьте комментарии под видео, понравилась вам пряжа, какие идеи у вас появились, чтобы можно было связать из этой пряжи. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. С вами была Евгения и магазин пряжи Айнитки.